Так, продолжаем, значит, раса реп. После перерывчика с новыми силами играть. Значит, доступны новые программы совета. Начать я почему-то не могу программы. Ну ладно. Наверное, вот это когда полоска заканчивается, программу можно включить. То есть программа выполнится. Что у нас тут? Безграничные возможности. Счастье гражданских поселений. Че и все. В общем, ее тыкнем, она здесь будет, начатая программа. И можно будет выбрать, наверное, я так понял, разработку новой программы. Указы пока смотреть не будем. Так, скорость медленную обратно ставим. Так, не помню, может ли флот что-то у нас разведывать. Ну, к примеру, давай. Нет, он просто сюда прилетит и все. Ну, пускай прилетит, посмотрим. И, кстати говоря, научный у нас корабль построился. Этот у нас строит добывающую станцию. Так, как мы научные корабли называем? Реп-Уч. Это будет второй. И еще, я думаю, по каким-то особым признакам будем в имя ученого добавлять вот такое, чтобы, видя имя ученого, понимать, какие у него черты там, без заглядывания, без, вот, без наваждения вот так мышки. Выносливая. И там появится какая-нибудь новая черта, там, допустим, астролог, еще там что-нибудь, и можно будет дописать. Можно сократить. Анабан. Ну, будет у нас Уч 2. Нанять ученого сюда надо. Кстати говоря, экстрасенс для кораблей, скорость изучения, навык археологии. Вот это здравая тема. Надо брать. Тем более 57 староват. Хотя тут скорость раскопок есть. Давай берем вот этого. А, надо единство сотку накопить. А я потратил, я, по-моему, традицию какую-то взял. Ну ладно. Все, пускай занимаются. Можно понаблюдать, в принципе, как... Тут у нас черта, кстати, появилась у кого-то. А, или нет. Это бездействующие лидеры. Так, ну вот, значит, либо нанимать ученого, что я думаю, наверное, в первую очередь надо будет сделать. И потом традицию уже брать. Вообще, что у нас традиция дает? Это вот я когда принял открытие, карты неизвестного появились, указ составления звездных карт, скорость изучения аномалии увеличивается. Ну, это, наверное, когда я только выбрал ее. А вот эффект от завершения, темп исследования 10%, доступ к типу Федерации научное содружество, ну и бонус за стремление, вот этот, потом их почитаем, как первый появится. Значит, здесь что можно выбрать? Скорость изучения — важная штука, шанс уклонения тоже, я думаю, важная. В принципе, наверное, надо вот это первое брать, потом вот это. А остальные вторую строчку потом прочитаем. Короче, сейчас сотку ждем. Нанимаем второго ученого. Из плавов 500 надо, чтобы тоннель покрова строить, насколько я помню. Вот здесь. В сооружениях. Маяк покрова.
Вот, прибавилось, ставим паузу. Выбираем ученого. Вот этого псионика возьмем. Ну, объединение в имени указывать не буду. То, что экстрасенс, укажу, наверное. Так как она у нас не ведущая, просто ученая, ну... Будем указывать, например... Вот так. Корабль экстра. Так, ну и заодно сразу какое-нибудь задание дать, что поинтереснее будет поизучать. Можно вообще автоматизировать ее. У нас есть функция автоматизации. Можно сразу изучать, отправить, но это, говорят, долго, а можно осматривать. Попробуем поосматривать, что это даст. Пускай на автомате поосматривает. То есть, посмотрим, короче, что это, я сам не знаю, не пользовался. Изучением автоматическим пользовался и всем остальным, а вот осматриванием не пользовался. Что посмотрим. Станцию настроил. Так, это у нас минеральчики. Минералы — это то, что надо. Ну, в принципе, тут их пока мало. Так, вот переместилась у нас флотилия. Мега слабенькая наша. Звездное сообщество Вультаум. О, это предтеч у нас какой-то. Говорят, что предтеч — это какой-то квест. Космическое какое-то путешествие или задание, которое какие-то бонусы в конце дает. Или реликвию, или технологию какую-то предтечь. То есть это какая-то технология и раса, которая вымерла, или что-то такое. Вот. Переместиться. Камеру нажимаем. Это у нас вот научный исследователь, первый корабль в системе. Значит, на планете Гурам-2 мы обнаружили артефакты древней инопланетной цивилизации. Она существовала примерно 12 миллионов лет назад, судя по возрасту найденных артефактов. Изучив все имеющиеся данные, наши ученые сделали вывод, что эти существа напоминали кольчатых червей длиной 3-4 метра. Они называли себя звездным сообществом Вультау и, по всей видимости, общались в основном вибрациями, производимыми сегментами тела. Вот цепочка событий, малые артефакты. Ну, потом, сейчас пока не надо, для чего они нужны, эти артефакты. Потом будем разбираться. В общем, круто, отлично. Смотрим сразу журнал. Вот у нас здесь появилась эта цепочка событий. Тут то же самое описание. Если мы найдем достаточно реликвий, сохранившихся после этой цивилизации, то, возможно, нам удастся узнать местоположение их родной системы. Значит, 6 реликвий надо найти, 6 артефактов. Пока что я не знаю, где они. Ну-ка еще раз. Да, то есть... Нигде не указано, где они находятся. Так, традиция у нас. Изучение берем, потому что это самое важное, скорость изучения. Как раз у нас сейчас изучает один корабль систем. Вот. Этот у нас осматривать летит. И, кстати говоря, про лимит ученых. Лимит ученых там дальше будет. Контакт. Останки. Новости потрясли все наше общество. И ребятский научный совет из кожи вон лезет, чтобы опубликовать свои размышления по поводу только что найденной инопланетной жизни. Поднятый ксенологами яростный шторм в научных кругах оказал отрицательное, пусть и временное, влияние на ход исследований в других областях. И что это дает, пока непонятно. Не подписали, что дает.
Так, я думаю, надо станции строить. Добывающую построим точно. Научную попозже. Протоколы первого контакта. Это, видать, у нас какой-то первый контакт появился. Наши недавние встречи с инопланетными формами жизни подогрели интерес к старым спорам о том, как нам подходить к первому контакту с потенциально разумными инопланетными цивилизациями, перенеся этот вопрос в разряд насущных. Хотя некоторые настаивают на скорейшей отправке дружелюбных сообщений и установлении приятельских отношений, другие рекомендуют соблюдать осторожность, поскольку мы не знаем, нет ли у пришельцев дурных намерений на наш счет. Было бы неразумно без необходимости раскрывать им подробную информацию о нас. Ну, плохое отношение мы выбрать не можем, потому что у нас политики такое не выставлено. Ну, у нас пацифизм, вроде как ксенофилия, спиритуализм выбрано. Вот, то есть эта опция нам недоступна. То есть здесь, если было бы доступно, можно атаковать нейтральные цели, желтенькие. Можно осуществлять агрессивные действия первого контакта, например, похищение и вскрытие. Вот, осторожность. Политика поведения при первом контакте выставлена на осторожный. Эта политика приведет к таким последствиям. Нельзя атаковать нейтральные цели. Другим государствам будет сложнее установить связь с нами. Снижена вероятность негативных событий при первом контакте. Ну, это как плюс. Вот. А что, если дружелюбно настраиваться? Проактивный, значит, эта политика приведет к таким последствиям. Нельзя атаковать нейтральные цели, как и там. Другим государствам будет проще установить связь с нами. Каждый успешный первый контакт приносит на 50% больше влияния. Скорость первого контакта 10%. Я думаю, надо осторожность ставить, так как мы настраивали здесь злых рас против себя. Ну, мы, в принципе, об этом знаем. Да и вообще, пускай будет осторожность. Вот, дружелюбие это для каких-то, я не знаю, торговых ребят, или актеров, или певцов, там, которые не собираются воевать. Мы собираемся и то делать. То есть воевать и все потихоньку, всю игру смотреть, весь контент. Ставим осторожно. Сложность пускай будет, но зато вероятность негативных событий снижена. Поэтому осторожность. Так, ну этот что у нас прилетел? А, вот он до центра летит. Ну и что? Нет приказов. То есть он ничего не делает, не исследует ничего. Вот пускай возвращается. Так, этот у нас вот эту систему будет осматривать, неизвестную. Звезда класса М. Смотрим, сплавы нам надо 500. Добыча очень низкая. Вообще, когда первый раз играл, думал, вся добыча только в космосе. То есть захватил, форпост построил. Так, что значит здесь у нас интересное? Субсидии ученым, это, конечно, круто. Пока что это не будем брать. Вот нам надо лимит ученого брать. Альтернативные исследования и уровень начального навыка ученого. Вот, это то, что нужно. А так как лимит ученых у нас увеличился, мы смотрим лидеры. Вот здесь лимит 3 из 5. Кстати говоря, надо двух даже строить. Но нам нужно вот это вот единство. Так, пул лидеров обновится через 4 года. Ничего себе. У нас и нету, считай. Надо либо ждать, либо одного этого нанимать. Ну, в общем, посмотрим пока. Так, кстати говоря, пригодность 100%. Хоть и маленькая планетка, думаю, колонизировать можно начинать.
Так, свойства, что у нас тут есть? Всякие там пещеры, чернозем, вон. Так, при расчистке у нас что? Энергетические районы. Бурлящая гора. Ядовитые водоросли расчистить. Так, суровый лес. Стремительный водопад. Энергетический район. То есть, наверное, электростанцию построят. Планетка интересная. Тем более рядом. У нас пригодных миров мало должно быть. И вот, кстати говоря, континентальный. И 24. То есть его надо тоже исследовать. А он у нас что осматривает? Ну-ка, стой. Давай, значит, будешь изучать. Пускай изучает. Вот этот континентальный и вот этот континентальный мир нужно заполучить. То есть колонизировать. Насколько я помню, два точно у нас в ближайших пригодных должны быть. Поэтому лучше не пропускать их. Добывающая станция. У нас что, энергокредиты будут? Традиции дальше смотрим. Что лучше взять? Размер пула лидеров взять? Пока что смысла нет, потому что у нас денег нет нанять этого лидера. Вообще можно нанять, в принципе, корабль построить. Научный. То у нас опять 100 сплавов стоит. Так, и что у нас будет? Ну, единственный выбор только вот... Где он там? Вот этого нанять. По раскопкам. Ну, старикан еще какой-то, 57 лет. 350 стоимость. Почему такая стоимость, кстати говоря? Ладно. Тогда в традициях... Мы возьмем вот это. Пока что. А это возьмем потом, потому что сейчас не к спеху это. Ну, прирост, конечно, опыта хорошо, но... Пока не к спеху. Столица государства. Света, что-то у нас звезда называется. Или родной мир так называется. Путаюсь постоянно с этими названиями. Так, строитель у нас закончил. Можно научную станцию строить. Вот будет вот это. Инженерные исследования. Где это у нас? Вот, то есть безжизненный мир. Спутник газового гиганта. Ну, а бездействующий лидер я пока ничего сделать не могу. Кстати говоря, могу. Что он у нас... Эффекты армии, мораль армии, урон морали армии. В общем, имперский наследник. Пускай он будет генералом на планете. Так как у нас генерала нет, вот здесь армия на планете, на нашей. Можем поставить его туда. Что у него там, кстати, знания организации флота. Вот поставили. Все, значок исчез. Что, кстати, в правительстве у нас? Здесь не открытое место какое-то есть. Все, ребята сидят, нормально управляют. Ну, этого куча приказов, кстати говоря. Вон. Так, традиция. Ну,
берем, чтобы дальше исследовать, или подождать купить этого лидера за 350. Кораблик. Кораблик у нас сделался. Это будет Уч-3. 1, 2, 3 у нас вот. Так что подождем 350. Посмотрим, что на планете у нас. Планета. Две деятельности. Также нам ждать надо, когда 30-ка будет. Посмотрим, какие показатели будут. Я думаю, надо будет что-то строить, чтобы блага производить. И вообще, можно пока что идет все это изучение, посмотреть, какие здания есть. Ну, районы, это понятно. Вот городские добавляют одну ячейку сооружения. Это сплавы увеличивается, производство. Это энергия, это минералы, все понятно. Здесь пища. Все ясно. Какие у нас есть сооружения? Ну, это главное сооружение, то есть администрация, какое-то правительственное здание, наверное. Храм у нас по описанию что? Содержание, энергия. Так, и что производит? Жрецы превращают товары массового спроса в единство и блага. Производительность 15 и блага 3. Содержание 4 товаров массового спроса. Научная лаборатория есть. Товары массового спроса в очки исследования. Всех трех видов. Храм. Храм у нас производит единство и блага. То есть... А, это второй храм. Два храма. Можно ли их сносить? В общем, два храма стоит. Сносить их можно. Вот здесь сведения о сооружении. Если нужно освободить ячейку, можно какое-то сносить здание. Научную лабораторию тоже можно сносить. Ну, а главное здание сносить нельзя. Тыкаем на ячейку новую. Так, что там, 400 можно нанимать. Нанимаем, что, этого товарища? Не знаю, пускай будет. И у него можно тыкнуть. Так, паузу. Знание археолога. Ну, пускай он в археологии и развивается. А тут у нас что? Так, если заседает в совете, но у нас пока он не заседает. Губернатором он тоже не будет. Ну, пускай будет харизма. Тыкнем так и все. Наотмашь. Ну, у нас раскопщик будет. Археолог. Так и назовем его. Археолог. И отправим его что-нибудь изучать. Ну, близлежащую, наверное, систему какую-то. Пускай изучает. Ну и ждем дальше. Так, что мы там смотрели на планете? Значит, сооружение. Бункеры для ресурсов. Это как посмотреть, значит, энергии у нас максимум 50 тысяч. Пока нам не грозит. По 15 тысяч остальных ресурсов, я так понял. Вот. Но у нас пока ресурсов очень мало, поэтому смысла строить какие-то бункеры нету. Влияние ресурс упирается всегда в потолок 1000. Он нужен для того, чтобы строить форпосты. То есть вот это есть у нас система. И как только корабль научный изучит полностью систему, она беленькой подписана будет беленькими буквами, можно будет в ней строить строительным кораблем
построить космическую базу. Вот она стоит сплавы и требует влияния. И там дальше можно будет строить по этим значкам, то есть научные какие-то базы, наблюдательные станции, добывающие станции. Есть автоматическое строительство, но пока мы это использовать не можем, не будем. Так, традиции. Дальше тыкаем. Пул лидеров увеличивается. Смотрим сразу в лидерах. 4 из 5. А, нет, подожди. Пул лидеров. Короче, не понял я, что это дало. Вроде как ничего не поменялось. Так и было все. Или нет? Или это те, которые появятся новые для найма? В общем, не понял я. Ну, прирост опыта есть и ладно. Политехническое образование. О, исследование. Каждый раз, когда исследование завершается, мы тыкаем новое и выбираем дальше, что нам нужно на данный момент. Минералы у нас производство увеличилось. Отлично. Новые технологии гидроразрыва пласта позволили нам получить доступ к прежде недоступным карманам геотермальных ресурсов, расположенных глубоко в недрах планеты. Тыкаем новое и смотрим. 4 новых варианта. Смотрим, что нам нужно на данный момент. Так, пауза. Штурмовик. Ангары планетарной обороны. Модуль орбитального кольца. У нас пока этого нету. Ангарный отсек. Добавляет на космическую базу ангар для штурмовиков. Компонент боевой штурмовик. Это пилотируемые штурмовики взлетают с материнского корабля. Полагаясь на свою высокую скорость и небольшие размеры, они способны выжить достаточно долго, чтобы пробить вражескую оборону. Модуль орбитального кольца. Ангары планетарной обороны. Добавляет на орбитальное кольцо ангары для штурмовиков. Интересно. Но это если на нас будут нападать, наверное, надо будет изучать. Броня пока не интересует. Что дальше у нас? Фрегат, новый тип кораблей. Компонент космические торпеды. Эти торпеды являются по сути очень крупными медленными ракетами. Они оснащены более мощными боеголовками и модуляторами щитов, которые позволяют им свободно проходить сквозь силовые поля. Классная штука. Военные компьютеры. Все боевые корабли оснащены военными компьютерами, которые отвечают за выбор целей, маневры уклонения и устранение повреждений. Вот это, наверное, надо изучать. То есть ради вот этого бонуса классного. Бонус для кольца. Батареи планетарной обороны. Так, оборонительные платформы добавляются. Так, торпедная батарея. Добавляет на космическую базу две ячейки для самонаводящихся орудий. Наверное, вот это надо учить. Но здоровье корвета пока нам не надо. Вот это будем изучать. Так, и в совете появилось. Тыкаем, значит, вот это появилось здесь, значит, эта программа. Действует 10 лет. Тыкаем список программ и читаем, что у нас есть. Высокие стремления. Тут у нас дается что? Счастье. В общем, не очень интересно. Вот скорость изучения нам нужна по-любому. Карты неизвестного. Тыкаем. Дальше читать даже неохота. Это то, что сейчас нужно в начале игры. Базовый модификатор. Модификатор после начала. В общем, это точно нужно разрабатывать. Так, что у нас там?
Вот тут сейчас изучение завершится. О. И тут даже место археологических раскопок есть. Ну, я думаю, изучать вот эту систему, отправить его пока. Раскопки вести нельзя, если система не моя. Поэтому пускай изучает эту систему. Аномалий никаких там нет. Тут раскопки, значит, есть у нас. Посчитаем. Объект, значит, разбившийся звездолет называется. Объект имеет своего рода небольшой каньон, образованный при падении звездолета на его поверхность. Остатки корабля до сих пор находятся на дне каньона. Хотя крушение произошло, должно быть, многие тысячелетия назад, обломки, похоже, неплохо сохранились. Чтобы узнать подробнее, нужно организовать археологическую экспедицию. Это обязательно надо делать, это будет интересно. Но пока нам это недоступно. Вот этот мир надо колонизировать. Вот этот тоже, но сейчас закончится здесь изучение. Здесь, кстати говоря, тоже скоро закончится. Последний объект изучает. Вот какой-то безжизненный мир. Так, это что-то он нашел. Сферический сгусток мощной энергии, нам следует его изучить. А вот это аномалия. Что мы сразу и будем делать? Исследовать аномалию. Пускай сразу изучает. Вот тут какой-то сферический сгусток он обнаружил. Этот новую систему изучает, этот сюда едет. Так, сплавов скоро будет 500, можно будет тоннель покрова строить, или маяк, как там называется. Так, что у нас тут? Экстрасенс. Скорость изучения, хорошо, что плюс 10. Так, а что у нас есть? Что-то на содержание уходит. Строительного корабля. Ну-ка. Построим второй. На всякий случай. Так, традиция. Вот сейчас мы завершим эту традицию. Вот у нас появился бонус за стремление. Можно один выбрать. Какой-то здравый бонус получить. Значит, бонусы за стремление – это особые бонусы, которые ваше государство может разблокировать, приняв полное дерево традиций. Вот мы одно приняли, всего традиций мы 7 можем принять. И надо распланировать, какие бонусы будем брать. Значит, в самом низу бонусы недоступные. Для того, чтобы их получить, нужно прочитать требования. Вот, к примеру, управление галактической погодой, это у нас относится к новому дополнению с космическими бурями. Здесь нужна технология, она изучается у физиков. И один другой бонус за стремление, то есть уже какой-то бонус надо изучить, получить. Детоксикация, это относится у нас к восстановлению климата на токсичных планетах. Я думаю даже не понадобится это. Вот, кстати, совместимость с чужаками, что мы при создании галактики смотрели. Что это дает, надо прочитать, чтобы понять. Значит,
Изобретение универсальной сексуальной биологии произвело революцию в обществе, даже несмотря на то, что иногда приходится осуществлять неловкие вращения, чтобы установить связь. Отток иммиграции плюс 33% позволяет скрещивание для разных рас, живущих на одной планете, и повышает скорость прироста населения поселений на 20% на любой принадлежащей вам планете, где есть как минимум две разные расы. Кроме того, в результате скрещивания появляются полукровки, которые похожи на представителя расы одного из родителей, но получают смешанный набор расовых признаков, плюс один к максимуму очков признаков и плюс один к максимуму признаков. В общем, не для этой игры, но что-то интересное. Аркологический проект. Таким образом, мы превратим этот город в целый мир, а мир в один город. В общем, что-то такое. Планета превращается в экуменополис. Галактические чудеса. Всегда хочу это получить. Наверное, буду стараться здесь это заполучить. Мегапроектирование нужно получить технологию и какое-то улучшить или отремонтировать мегасооружение. Надо найти сначала или построить. Мастера-строители у нас просто скорость. Строительство мегасооружения увеличивается. Не знаю, нужно, не нужно. Говорят, не нужно брать, что и так все строится. Рожденные в пустоте. Мы адаптировались к постоянной жизни в глубинах космоса, снизив наши потребности в инфраструктуре и обеспечив больше места в наших средах обитания для других нужд. Стоимость строительства орбитального поселения минус 20%. В общем, это орбитальные станции. Но нужно изучить технологию. Так, вечное бдение, это у нас что? Нужно изучить звездную крепость. Это улучшение нашей базы, или что вот это, форпоста. Значит, увеличивает урон здоровья космической базы. Платформ добавляет. Ну, что-то оборонительное такое. Освоение пустоты. Максимум космических баз. Это я пока не знаю зачем, пока не надо. Я еще один бонус надо изучить. Защитник галактики. Урон по фракциям во время кризиса в конце игры 50%. Звучит серьезно. Значит, проекция галактических сил. Увеличивает вместимость флотилии, предел управляемости. Так, меняющие миры, это у нас стоимость терраформирования снижается и позволяет нам превращать планеты в идеальные миры. Звучит классно, охота получить. Колосс. Колосс, который может иметь оружие класса убийца планет. Ну, нам это не надо. У нас пацифисты. Хотя звучит классно. Звезду смерти построить. Тут какая-то вот рейдерская тактика. У нас для нее ничего нет. Надо быть ксенофобом. Это, наверное, для космических пиратов каких-то. Загадочные технологии тоже странная штука. Шифровка, маскировка. Другие государства не смогут изучать наши обломки. Но мы и так ничтожество, так что смысла нет. Космогенез. Время, гравитация, пространство. Три главные шестерни, вращающие сложный механизм реальности. Если мы научимся ими управлять, Вселенная откроет нам все свои тайны. Теперь государство РЕП может двигаться по пути становления кризисом. Это нам тоже не надо. И тут нужно три других бонуса для стремления выбрать. Враг всей галактики.
Ну тут нельзя быть ксенофилом, нельзя пацифистом быть. А у нас есть эти признаки. С кризисом мы не можем стать в этом плане, враг всей галактики. А вот в космогенез можно взять. Но пока не задумываюсь об этом. Археоинженеры. Археисследование, технология нужна. Ну, крутая штука. В общем, это то, что нам недоступно. Теперь смотрим, что нам доступно. Послы нам пока не нужны. Общая судьба добавляет послов. Читать описание не буду. В общем, просто прочитаю, что дает. Трансцендентное обучение. Вот, нам дает ученых, прирост опыта лидера. Классная штука. Не знаю, есть ли смысл брать, нет. Дальше смотрим рвение, это указы. Но на указы нужно ресурс единства. Пока у нас смысла нет его брать. Имперская прерогатива. Размер государства от планет. У нас планет пока немного, так что смысла нет брать. Господство над природой. Максимум районов добавляет. Максимум ресурсных районов от планетарных свойств. Плюс 50%. Стоимость расчистки квадратов. Минус 33%. Сакральные миры. Освещение необитаемых миров до 3 штук. Повышает привлекательность принципа спиритуализм и общеимперские блага, а также наращивает производство единства в соответствии с духовным значением освещенных миров. Галактика – это место для множества святынь, и некоторые из них более очевидны, чем другие. Будучи смертными, мы по-прежнему стараемся постичь истинную природу Вселенной. Пока это трогать не буду, надо что-то такое для старта. Единство взглядов дает единство. Меньше использует благ. Кстати, интересная штука. И никогда не понимал, что такое привлекательность руководящих принципов. Пока не буду рассматривать. Вот технологический подъем, классно звучит. Темп исследования, все, что нам нужно. Появляются, значит, редкие технологии, это интересно. Ну, межзвездная власть. Пока нам не нужно на этом этапе. Наемники какие-то. Владыки войны тоже нам не надо. Наверное, буду брать технологический подъем. Остальное пока что в ближайшее время не интересует. Поэтому берем. И дальше ждем исследования наши. Так, вот у нас появилось. Вот, кстати говоря, когда появляются технологии, которые увеличивают темп исследования, я думаю, их всегда надо стараться брать в первую очередь, а потом уже все остальное, то есть какие-то лазеры, там броня, еще что-то. Ну и, конечно, вот это я вот не знаю, она заменится, вроде как поменяться должна. Ну, с энергокредитами мы пока трудности не испытываем, поэтому тыкать не буду. Вот тыкну на темп исследования, я думаю, это самое важное. Хоть и содержание увеличивается, но нам-то что? А это все подождет. Вот научные станции производства побольше, но вот это темп исследования, думаю, самое важное. Это мы берем. Так, этот у нас изучает аномалию. Сфера. Пускай изучает. О. Значит, появилась как бы
про эту сферу. Вот он ее закончил изучать, и появилось, значит, окно. Мы получили подтверждение, что источником аномального уровня энергии на Луне Гурам-6А является небольшая голубая сфера. Наши ученые рапортуют, что их датчики регистрируют присутствие тахионов и обратной полярности. На Земле вокруг объекта вырезаны символы. Возможно, их оставила после себя некая древняя цивилизация. Инструкция это или предостережение сказать сложно. Перевод надписей целиком сделать пока что не удалось, но отдельные символы, похоже, относятся к измерениям времени и относительного положения небесных тел в системе Гурам. Но оставлять в покое это не в нашем стиле, надо изучать. Поэтому тыкаем. И что-то у нас там ведущая. Это, наверное, та, которая здесь сидит. Да, она в первом корабле сидит. Ну, выносливость, наверное, будем тыкать ей. Усиливать черту, так сказать. Но вероятность обнаружения аномалий тоже классно звучит. Поставим выносливость. Так, нет приказов. И что? Где у нас аномалии? Так, раскопки, предтечь аномалии. А сферу-то как изучать будет? Нет? Ладно. Раз пока непонятно с этим, тогда отправим дальше изучать систему. Вон там аж 21 приказ. Вон сколько всего. Ну и, кстати говоря, раз система изучена, строим здесь космическую базу, вот 90 сплавов. И 75 влияния. Так, значит, во время работы в поле на Луне Гурам, вот это, которая, где сфера была, ведущая выносливость, ну, которая вот эта ученая на первом корабле, ведущий наш исследователь, нечаянно коснулась голубой сферы. В этот момент время для нее вытянулось, словно река, текущая из бесконечного прошлого в бесконечное будущее. Между потоком времени и ее телом проскочила дуга и напитала ее голубой энергией. Хотя другие ученые замерили, что контакт длился менее секунды. Ученые утверждают, что для нее за это время прошло больше часа. Очнувшись от видения, ученая исполнилась уверенности, что время на нее больше не действует. Это, видишь, только ее уверенность, а неизвестно, на самом деле, так это или нет. Теперь она хочет посвятить свою бесконечную жизнь самостоятельному исследованию Вселенной. Но отпускать я ее не хочу. Это было бы глупо. Пускай лучше бессмертная ученая и так занимается изучением Вселенной, но у нас. Хотя, может, она потом как-нибудь исчезнет, но пускай будет. Оставайся на посту. Так что работаем, ученая. Вот бессмертная, судьбоносная черта. Может быть, эта судьба ее приведет к какому-то исчезновению или к гибели, но
пока что она бессмертная, нам же лучше. Сколько ей лет, кстати? 33. Ну вот, 100 проживет. Круто будет. Так, кстати говоря, какой-то корабль я направил первый, а это репстрой 2 будет. Так, найденная аномалия. Это у нас еще второй корабль, ну он же ее и будет изучать. Потом посмотрим, что за аномалия там. Так, что у нас там на планете? Один добавился население. Блага увеличились на единичку. Хорошо. Ну и сплавов мы ждем. 500, чтобы было, но пока. Что там, кстати, по лидерам? Для найма появились, нет? Нет, ученых для найма пока нет, это печально. Так, а где нашлась аномалия? А здесь. Угу. Значит, у нас тут яркая паутина и слабый сигнал. Интересно. Постройка космической базы. Первой. Вот здесь. Интересно, так базу над солнцем строить, над звездой. Это какая должна быть у нее защита, чтобы защищаться от излучения? Там же мощнейшее излучение идет. От звезды куча энергии. Наверное, есть какие-то сплавы. Так, цепочка событий. Исследование обитаемых миров. Теперь нам точно известно, что процветающая биосфера не является чем-то уникальным, чем обладает исключительно реп. Публика и научное содружество, сообщество жаждут узнать как можно больше о разнообразных видах живых существ в галактике. Мы уже ведем каталогизацию инопланетных форм жизни, которые нам встречаются. Но ксенобиологи настаивают на том, чтобы мы сосредоточились на изучении обитаемых миров. Ну, бросить это мы не можем. Пусть цепочка событий будет по-любому. Инициатива похвальная. Посмотрим сразу, как это выглядит в журнале. Вот предтечи, есть раскопки и 8 миров надо найти. Но их еще надо найти, где эти миры есть. Пока ничего не указано. Аномалию нашли. О, тут сложная аномалия. Тут долгое какое-то изучение прям. Так, черта у правителя у нас. Ну, гениальность, что темп исследования берем. Остальное смысла не вижу, и хочу исследовать быстрее все.
тут походу быстрее изучится система. Тут есть минералы и энергия. Так, сплава 425, скоро будет 500. Надо будет строить. Расплавленный мир. Окутанный мир. Мне вот интересно, что это такое, окутанный мир. Что-то покрово такое повеяло. Так, традиция. Настало время выбрать вторую традицию. Что у нас есть? Значит, чтобы принять возвышение, значит, псионику, у нас должно быть псионическая теория. Что там по исследованиям? 40 месяцев. Это что это? 3 года. У нас какой? 202 год. Надо подумать, стоит ли ждать, чтобы псионику открывать. Надо прочитать, что псионика дает. Открывая, значит, программу «Псионическое превосходство». Значит, эффекты по завершении. Принятие всех традиций группы псионика дает следующее. Значит, содержание указов минус 10%. Бонус, понятно. И задержка перед погружением в покров. Так, а что у нас здесь дается? Пси-корпус. Сооружение. Уровень разведки. Все расы с признаком скрытый псионик раскроют полностью свой псионический потенциал, позволяя проводить псионическую ассимиляцию других рас, открывая дремлющие в них способности. Прорыв покрова. Особый проект. Телепаты дополнительно предоставляют 5% ресурса от поселений псиоников. Ну, тут взлом кодов, шифровка. Я думаю, псионику можно брать попозже. Значит, других возвышений у нас кибернетическое, генетическое, синтетическое нету, потому что только псионика нам доступна. Упорство. Пока не надо. Превосходство — это что-то про войну. Дальше смотрим. Махинация — это что-то про политику, что-то про операции, про какую-то это шпионскую фигню. Управление, фонд указов, размер государства. Так, наверное, не надо пока. Процветание. Что дает? Содержание меньше. Ну, быстрее районы строятся, круто, конечно, но пока, наверное, нам это не надо. Политика. Тоже пока не надо. Дальше смотрим. Меркантилизм — это что-то, торговля какая-то. Гармония — здесь про единство, наверное, что-то. А вот продолжительность жизни лидера — классная штука.
преступность меньше. Стабильность. Звучит интересно. Расширение пока тоже, думаю, не надо. Так, вражда. Ну, вражда, думаю, пока не надо. Адаптация. Это у нас... Что-то... Использование жилья меньше поселениями. Так, здесь... Экологическая дифференциация. Приспособленность увеличивает. Пока, я думаю, это не надо. Одаренность. Настройка дополнительных черт. Лимит увеличивается. Вот круто. Лидеры, это классно. Размер пула лидеров. Стоимость лидера меньше. Содержание меньше. Отрицательных черт меньше. Начальные признаки плюс один. Дипломатия нам тоже пока не нужна, потому что мы ни с кем особо не общаемся. Значит, я думаю, надо брать одаренность. Процветание пока рановато. Псионика подождет, пока пусть теория изучится. В общем, одаренность. Классная штука. И открылась у нас указ какой-то или что-то. Программа для совета. Ну и снимаем с паузы дальше. Оп. Построилась. Сразу, значит, товарищи, направляем строить научные станции. И я думаю, все-таки надо подождать, когда появятся сплавы. Хотя тут есть такая штука, можно купить. Вот 125, если купить, думаю, ничего страшного не произойдет. Оп, купили. Все, теперь у нас... Есть возможность построить маяк Покрова. Строим сразу. Посмотрим, что это здание дает. Раз уж мы псионики будущие. Ну и немножко сплавов осталось на следующую базу. Так, изучение закончено. Ну давай аномалию тогда изучай, археолог. Так, аномалия у нас там. Паутина неизвестного происхождения периодически освещает поверхность Луны Куслит 2А. Посмотрим, что он там наизучает. Красивая звезда. Звезда класса B. Крупные звезды главной последовательности, относящиеся к спектральному классу B, излучают яркий голубой свет. Они не часто встречаются, но светят так ярко, что их легко увидеть невооруженным глазом. Классно. Так, ну будет изучать прилично. Так, наша задача сюда выйти, в раскопки. И археолога как раз отправим туда. Так, когда там пул лидеров обновится, мне интересно. Лидеры. Пока только вот эти старые. Вот, 1,8 лет. 4 из 5 ученых. Там у нас что-то в традициях должно увеличить лимит.
Так, флотский адмирал. Ну, раз агрессивность есть, давай вторую. Государственный министр. Что у нас политик дает? Ну, скорость выполнения программы совета, это классно. Пускай так и будет. Так, система изучена. А раз изучена, мы изучаем аномалию. А второй строительный корабль строит форпост. Электрическая жизнь. Ведущий ученый-археолог доложил, что Луна Кослит-2А от полюса до полюса покрыта сетью электрических импульсов, напоминающих паутину. Сеть реагирует на внешние раздражители. Корабль Ребуч-3 попробовал отправить импульс низкого напряжения на поверхность, что вызвало волну света, прокатившуюся по сети как по печатной плате. Еще более интересно то, что паутина перестраивается. Второй импульс выявил, что нити образовали новый узор, сосредоточенный вокруг того места, где предыдущий импульс контактировал с поверхностью планеты. Археолог сделал вывод, что это открытие подтвердило его давнюю теорию: жизнь может существовать почти исключительно в виде электрических импульсов, не зависящих от клеточной или вирусной структуры. Значит, социологические исследования, то есть можно поставить на планету. И уровень навыка, которым обладает археолог, заменен на один. То есть он что, был у нас второй? И стал четвертый, что ли? Ух ты. О. Это у нас ветеран, то есть четвертый уровень, это уже ветеран. И он у нас может что? Может быть исследователем космоса. Что у нас? Археолог, ученый, аналитик, статистик. Статистик — это советник, аналитик — губернатор планеты, это нам не надо. Ученый. Вот, раскопки, разломы, аномалии, изучение. Ученый — классная штука. Исследователь космоса, ну, классно тоже, но возьму, наверное, ученого. О. Так, ну и заодно, чтобы он не простаивал, археолог, он должен лететь сюда. Скоро будет изучать, короче. Пока, наверное, можно ему эту систему изучить. И давай осмотрим. Пускай изучает сразу. Потом, если что, приостановим, да и туда отправим его. Так, здесь изучается аномалия, здесь строится научная станция, здесь исследуется система. Прилично объектов, кстати. Сложную аномалию сразу смысла нету. Кстати, того ученого, который большого уровня, можно направить. Но пускай он лучше раскопками занимается. Попридержим эту аномалию пока, чтобы ее не изучать десятилетиями. О. Значит, физические исследования. Что нам нужно на данный момент? Отражатели пока не интересует. Термоядерный реактор. Так. Скорость развития колонии, кстати говоря, у нас скоро намечается. Это можно выбрать. Базовые боевые алгоритмы
последние разработки в области поведенческих алгоритмов и позволяют распределять боевые задачи между компьютерными системами наших кораблей. Ну, пока, думаю, тоже не надо. И вот и что выбрать? Реактор? Смысла пока, думаю, сильно в этом нет. Вот развитие колонии выбрать можно. Пускай будет, так как скоро будет колония. Так, инженерия. Форсажные камеры. Это у нас компонент. Эти мощные компоненты двигатели обеспечивают дополнительную боевую скорость, но потребляют много энергии. Стандартные модели корветов. В общем, улучшение для корвета. Может пригодиться, если нужно строить, начинать корветы. Но надо прочитать, что у нас есть еще. Шахтерские субсидии. Фабрики по чистке полезных ископаемых. Шахтеры производят минералы. Это сооружение. Фабрики по чистке полезных ископаемых на планете можно построить. Добыча у нас пока плюс 29. И лимит для планеты 1. Есть указ, что на них больше тратится энергии, но они больше добывают. Так, а что здесь? Фабрика переработки облаков туманности. Добывающие станции производства плюс 10%. Это модификатор государства. То есть все сразу увеличится, производство. Вот и что взять? Шахтерское, но пока особо не надо. Сооружение тоже пока не надо. Корветы мы пока не строим. Взять вот это вот. Производство плюс 10. Пускай будет. Это, кстати, долго летит что-то. А вот он уже прыжок совершает. Так, это у нас экстрасенс. Это второй научный корабль вроде как. Объединение. Не знаю зачем, ему надо другую черту выбирать, потому что губернатором я его ставить не буду. А тут все эффекты... А вот. Скорость изучения аномалии. Поставим интуиция, пусть будет. Объединение не будем развивать. Мумифицированный пилот. Недавно на орбите планеты Вин-2, сразу переместимся туда, в верхних слоях атмосферы были обнаружены мумифицированные останки существа, принадлежащего к ранее неизвестной расе млекопитающих. Судя по комбинезону со шлемом, возможно, это пилот истребителя, катапультирующийся в бою и брошенный на произвол судьбы. Изучение останков оказалось весьма познавательным. Это что?
что у нас аномалия изучилась. А, да, это он аномалию изучал. Так, ну тогда, я считаю, можно отправиться Ребуч. Что он там дальше изучать? Ну, давай близлежащие будем изучать системы. Так, эту систему изучает. Мы его планируем археолога направить на раскопки. Так как у него бонус будет, это быстрее все. Так, сейчас задача здесь космическую базу строить. Как тут завершит он? Этот пока сюда плывет, пусть. Кстати говоря, про колонизацию. Посмотрим, как это в планировщике экспансии выглядит. Вот две планеты эти. Так, традиция. Что нам сейчас нужно? Стоимость лидера классно. Размер пула лидера взять. Это, наверное, те, которые будут сейчас, вот сколько там осталось, да ну-ка. Которые нанимать через год. Их больше будет, надеюсь. Надеюсь, что так работает. Так, здесь базу построил. Давай сразу здесь. Астероид на орбите. Аномалия. А этого сразу отправим сюда строить добывающую. Как только здесь построится космическая база, мы сможем начать здесь раскопки. Мы этого сразу вернем сюда. Археолога. Посмотрим, что там насчет колонизации. Значит, тыкнули на планету, тыкнули колонизировать и смотрим. Сплавов нету. Пока ждем, короче, 200 сплавов надо. Да я вообще думаю, колонизировать лучше в первую очередь ту большую планету. Так, что у нас там со строительством? Маяк Покрова. Пускай строится пока. Да, малюсенькое место у нас. Интересно, как выглядит все остальное тут. Две угасших, насколько я помню. Мародерские империи, 5 государств. Классно будет, когда все откроется.
Так, ну что ж, у нас там по прогрессу. Три корабля уже сложно усмотреть за всеми. Так, этот исследует. Я думаю, он успеет до конца исследовать. Здесь 5 приказов. Аномалия есть. Так, что на планете? Тридцатка есть. Нужно что-то построить, чтобы был... вид деятельности, чтобы был. Значит, что это у нас будет? Энергия есть. Вот минералов маловато. Можно построить горнодобывающий район. Что у нас здесь из зданий есть? Блага, в принципе, есть пока. Бункеры не надо. Телетеатры у нас блага производят. Пока вдаваться в подробности не будем. Массовый спрос, товары. Тоже их мало, кстати говоря. Коммерческие зоны. Это у нас торговля. Лаборатория, это наука. Памятник единства. Полицейские участки, это преступность снижать. Жилище, это жилье, соответственно. Жилье у нас вот здесь указано есть. Сплавы. Лимит один для планеты. Храм есть у нас две штуки. Цитадель пока не надо. Энергосеть, я думаю, пока не надо. Тогда... Я думаю, раз товаров массового спроса маловато, построим гражданские предприятия. Лимит для планеты один. Но сначала построим район горнодобывающий. Что у нас дает? Два жилья, два шахтера. Вот. И гражданские предприятия. Этого хватит. Это построится и будет у нас занятость нормальная для новых ребят. О! Тем временем построился у нас космическая база. Сразу добывающие станции. Ставим энергия и минералы, то что нужно. И вот этот товарищ как раз изучил систему. Аномалий тут нету. И сразу его отправляем на раскопки. Прям как по маслу, то что нужно. Так. Второй корабль будет потом аномалию смотреть. Первый, я думаю, отправить на изучение другой системы, пока эту аномалию не будем брать. О, инженерия. 7 месяцев, кстати, до псионической теории. Смотрим, что выбрать. Так, штурмовик пока нам не надо. Спиротрон. Более мощный вариант ускорителя масс. Он использует... электромагнитные катушки для быстрого разгона снарядов. Так, на корвет нам пока не надо. Скорость планетарного строительства можно, в принципе, взять. Но пока мы ничего особо не строим. Так что возьму штурмовик. Пускай учит. Так, он аномалию нашел еще одну. И она, кстати, тоже очень сложная. Следы предтеч, кстати говоря. Один приказ.
пойдет изучать какую-то другую систему, или сюда, или сюда. Надо монетку подкидывать, чтобы выбирать право или лево. Может, здесь его смерть ждет, а здесь какая-нибудь аномалия там с судьбоносной чертой. Так, ну начались раскопки. Вот они идут. Шанс прорыва 0. Сложность 2. Бонус к навыку 4. Подсказки 0. Это у нас, значит, разбившийся звездолет. Пускай изучает. Кстати говоря, о колонизации. Будем колонизировать. 398 сплавов как раз есть. Выбираем. Называем колония 1. Окей. Свойства там какие-то есть. Так, прочитаем название. Непроходимые горы, вулкан, дикая природа, густые джунгли, ядовитые водоросли. Это все потом можно будет очищать и улучшать планету. 100% пригодность. Континентальный мир плюс крайне гибкий. Вот вообще идеально я выбрал. Все, колонизируется, значит, наша планета. Где-то значок должен быть, что она... А, или я вы... Это он корабль строит, короче. Во. Изучил систему. Ну давай. Лево-право, лево-право. Ну давай. Направо. Изучай. Скоро достроится маяк Покрова. Интересно, что он дает. Тут, кстати говоря, верфь, колониальный корабль вот строится. Думаю, как будет заканчиваться строительство, можно будет вторую нажать колонизировать. Ну и, кстати говоря, о расширении. Вот это выглядит очень вкусно, так как тут сплавы есть. Можно отправить первого товарища, чтобы он строил здесь. Влияния 10 не хватает. Ну вот. Лучше туда. Так как что-то интересное, сплавы. Тут, конечно, тоже классно. Тут и социологические исследования есть. Систему закончил изучать. Второй корабль у нас пускай изучает аномалию. Приказов, ничего себе. Вот сколько всего. Безжизненные миры сплошные. Так, район сейчас построится. Маяк зажжен. Это у нас достроилась маяк Покрова. Мы долгое время всматривались во тьму, и вот, наконец, завеса спала с Покрова. Наши учителя преподнесли нам щедрый дар. Маяк и создаваемый им тоннель осветят наш путь межзвезд. Путешествия из нашей родной системы станут более быстрыми и куда как более загадочными. Положимся на милость Покрова. Космическая база в системе Светоч завершила свою очередь строительство. Отлично. И тоннель Покрова нас ведет неизвестно куда. Вот сюда, наверное. И что, надо туда отправиться, наверное? Кто это у нас туда сделает?
Пускай вот этот экстрасенс сейчас аномалию изучит и пойдет. Стоп. Кстати говоря, у нас есть изучение. Физические исследования какие-то. Скорость изучения. Классная штука, надо брать, я думаю. Научных станций не так много, но скорость изучения, наверное, будет поважнее. Лазер попозже. Энергия пока проблем нет. Значит, скорость изучения берем. Так, корабль пока строится. Так, что у нас по влиянию, по-моему, можно строить вот форпост. Тут и минералы есть, и сплавы, и немножко энергии. Сплавов, конечно, мало, единичка, ну что поделать. Кстати, быстро изучает. Сейчас отправим его в туннель покрова. О, традиции. Одаренность. Стоимость лидера. Как раз нам пригодится скоро. А тут что? Начальные признаки. Что там, кстати, до обновления пула лидеров? Надо посмотреть. А, это же появились новые лидеры. Вот, это новый пул появился. Значит, надо брать стоимость снижения. Ну и, соответственно, я думаю... не то. Так, лидеры. 4 из 5, думаю, надо научный корабль строить и какого-то выбрать себе еще одного ученого. А научный корабль это... Только после колониального. Ну, пускай строится. Следующий. Удобная добыча. Это что у нас? Где? Астероид вращается вокруг мира Земпек. 4. По настолько идеальной орбите, что наши ученые считали, будто его поместили туда искусственно. Однако свидетельство наличия двигателей или иных признаков искусственного перемещения, размещения так и не были найдены. Единственный логичный вывод по абсурдно невероятному стечению обстоятельств, астероид был втянут в гравитационное поле мира Земпек-4. Мы также обнаружили залежи редких кристаллов на поверхности астероида. Круто. Это у нас что? Это аномалию закончил изучать. И идет в покров? Или нет? Или не идет? Так. Отправиться в Сирута. Давай, отправляйся. Ты будешь первооткрывателем. Вот как выглядит тоннель покрова в системе Светоч. Интересно. Через всю галактику, неизвестно куда. Да уж. С ведущим ученым не будем рисковать. Пускай отправляется этот.
Интересно, что его, если его там ждет смерть? Так, что у нас здесь? Единство увеличивает. Так, флотилия пока не интересует. Поселение пока не интересно. Хотя интересно. Космическая торговая компания тоже не интересует. Вот скорость прироста интересна и единство. Давайте возьмем единство. Что ждет этот кораблик по ту сторону? Сейчас поглядим. Лично, кстати, по времени. Исчез. Так, кто-то появился у нас. У нас произошел первый контакт с загадочными чужаками в системе Светоч. Мы называем их чужие шин. Пока не узнаем о них побольше, если у них язык, мы должны расшифровать. Если у них есть язык, мы должны расшифровать его и наладить контакт. Интересно. Первый контакт, встреча. Неизвестная сущность. Так, встреча. Звездной системе Светоч. Чужие Каф. То же самое. Чужие Альфа. Так, это у нас кто? Святые Стражи. Ирейнанские заступники. Стагнационный режим. Это у нас угасшая империя. Эта угасшая империя посвятила себя сохранению и защите своих святых мест. Привести ее граждан в ярость может колонизация систем, которые для нее священны. То есть священные миры лучше не трогать. Фанатический спиритуализм. Первые контакты сейчас надо будет налаживать. Значит, сообщение. Еще одно дитя. Знаешь же, что мы, ирейнанские заступники, избранные дети галактики. Уважай наши святыни, и, возможно, мы воздержимся от того, чтобы стереть тебя в порошок. Вот так вот. Ну, их не интересует, что мы им скажем, поэтому дружелюбно скажем. О, и покров. Приветствуем, ученики.
ученики, наконец-то мы можем поприветствовать вас, как подобает, хотя тоннель существует уже долгое время. Даже покров ощутил ваше прибытие. Эхо еще не стихло, и рябь расходится по водам неосознанного разума. Обитатели загадочного покрова благословили эту встречу. Добро пожаловать. Отлично. Так, кораблик у нас здесь появился. Нет приказов, но мы изучаем, нажимаем изучить систему. И будем, наверное, там рядом изучать что-то. Это классно, что мы можем там сразу появиться. Будем, наверное, там строить тоже базу. Так, первый контакт пошел, значит. Чужие какие-то. Какое-то грибовидное. Это, наверное, те, которые я водные создавал, ребята. Это не знаю кто. Это тоже не знаю кто. Так, три посла. Три назначения. Всех назначим. Так, ну и дальше, что у нас здесь? Кто что делает? Колониальный почти достроился. Построится научный, наймем туда ученого. Этот раскопки делает. И ведущий изучает систему. Здесь строится космическая база. Ну, в общем, на этом, я думаю, остановиться и продолжить. Будет перерывчик длиною в ночь и следующий рабочий день отработать. Приду после работы и запишу, наверное, тоже полтора часика игры. Пока интересно, вначале все классно. Все так медленно, не торопясь никуда. Выглядит все прям идеально. Так что сохраняем.